Какие аргументы? Жесть, да? Сам в шоке. Мужчина, я здесь. Они выпили нас, как бокал вина. Грязи. Он же сосет постоянно. Жизнь нашу. Зловещая цитадель. Замок не исследован. Скачи, трололошечка, скачи, что есть мочи. Пойдем выхватим или накажем. Не знаю, как получится. Друзья, всем огромный привет. С вами Харди, и мы продолжаем. Это самая суровая, самая серьезная выживалка на Android и iOS. Конечно же, Grim Soul. Посмотри на мою сборочку. Она не фантастическая. Мы убивали с тобой Рогвалда, и у меня были дичайшие алебарды, просто дичайшие. Сейчас все намного проще. Ну и клейморы. Мы оценим, как вообще не с алебардой, а с мечом орудовать. Что это за мужчина? Это топ-босс, последний босс, который был добавлен в игру. Короче, это жесть, блин. Это жесть, сразу тебе говорю. Если ты идешь на него, готовь, чтобы дома у тебя были запасные брони, да, и очень много. Так, два... и не стой, бро. Не стой. Ой-ой-ой-ой-ой, беспредел. Каждый раз... Когда белая молния бьет, это привет. Это привет. Блиночки. Слушай, грязь какая. Да, да, да. Я уже вижу, что это дичь. Я уже вижу, что это грязь. Это обычные пацаны. Слушай, что за грязь? А они шмот едят, бро. Ты думаешь, они просто так? Нет. Они шмот едят. Я в шоке. Ассет-то горит. Нам надо с двух ударов, короче, их выщелкивать. Ну хотя бы. Не хватает. Не хватает. Ты понял, чё? Блин. Слушай, даже не знаю, что тебе сказать. Повторять тебе это безобразие или нет. Это мрак вообще. Я надеялся на другой эффект. Я надеялся, что два удара хотя бы будет проходить. Ну ты понял, да? Я надеялся на другое. На другое совсем. Совсем на другой результат. Это просто беспредел. Безобразие и беспредел. Под молнию попадешь, вообще хорошо всекут. Скорость хороша, да, и все как бы. Какие аргументы? Жесть, да? Сам в шоке. Ну, это жесть, это жесть. Ты сам все видишь. Помощь зрительного зала. Да, ты знаешь это место, ты знаешь это место. Зачем я сюда пришел? Набираем. Все, что я оставлял на героический режим, да пофигу. Нам с тобой главное победить. Победа во что бы то ни стало. Ну, не совсем я все выгреб, конечно, да. У меня еще осталось тут на героик. Но вообще, это, конечно, жесть. Вот эта алебарда будет выруливать. Нам надо с двух ударов умудряться убивать этого негодяя. Если этого не будет, это полный отстой. Трололошечка, ну не бойся. Ну не бойся. Мне самому страшно. Ну давай, не подведи меня. Сейчас задача очень простая, да? Нам надо еще лут поднять. Вот в чем проблема-то сейчас. Ну а по броне ты видел, с какой скоростью откис у меня сет. Это жесть. Согласен с тобой. Это полный привет. Это очень быстро все происходит. Поэтому ты там должен вообще молниеносно быстро взять этого босса и убежать в начало по-хорошему. Рогвалд — это самый затратный босс. Самый затратный, без Б. Даже Эзенборг на героическом не такой затратный, потому что он у тебя не жрет три сета. То есть ты там стратегия, ты бьешь, а тут постоянно тебя эти жнецы бомбят. Постоянно. Фу, давай, нам надо поднять лут. Нам надо поднять лут и не обкакаться, да? Будем надеяться. Блин, он вместится? Да должен вместиться. Соберись, тряпка, соберись. Блинчики. Так, все, и быстро-быстро ртом побежали. Они идут, они не могут не идти. Вот,
Видишь? Давай. Два удара – это нормальный расклад. 500 миллионов ударов – это ненормальный расклад. Да, тут также еще и эти пацаны есть. И вот эта гребаная молния, да? Она тоже фантастическая. Все здесь фантастическое. Ой, отлично вообще. Ой, отлично вообще. Места нету. Давай, давай, давай. Началось, блин, в деревне лето. Я сразу перепугался, что-то это... тут, короче, они идут, идут. Это, блинчики, вот это они были, да? Они не без конца идут. Все нормалды. Они не без конца идут, но броня горит. Хорошо, что это было? Это молния была, брат. Да, блинчики, бомж. А махать надо не так, как я. Я паникую просто, понимаешь? Я паникую, пытаюсь понять, как мне лут последний мой поднять. Так, идем дальше, короче, чистим. Это бред. Стоять тут вообще нельзя. Давненько я был на нем. Ну, то есть тут не все скелеты, да? Тут есть шкелеты, а есть тени. Вот. Ха-ха, грязь. Так, 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 тише, тише, мужчина. Не переживайте, это молния всекла. Все нормально. Оу-оу-оу, молния. Молния, молния. Я как молния. Идет, идет, бомж. Под молнию попадешь, сразу привет семье словишь. Да блин. Ну, то есть, не сразу, но как бы, да, очень быстро. Не сразу, но очень быстро. Да блинчики. Пчины, а. Я ж переживаю, блин. Как-то давай вот так делаем, да? И все, и все, и все. Экономию заканчивается. Заканчивается экономия. Вот, видишь, что творит алебарда. Красиво два удара. Обычная алебарда. Если же это не алебарда, это полный отстой. Вот, вот. Вот это другой расклад, бро. Плюс постоянно мониторь гребаную броню. Забыл совсем, что эти бомжи здесь. Честное слово. Здесь нафиг не нужна вот эта усилялка брони. Вообще хлам. Оп, красиво, да? Сам в шоке. Иногда как сделаешь, прям думаешь, ничего себе, ты вообще не рукожопый. А потом в следующую секунду, нет, все-таки ты рукожопый. А, тише, тише, тише. Вот, видишь, я же говорил. Я же говорил, говорил, говорил. А я говорю, говорю, говорю. Да блинчики, друг. Мужчина. А-а! Да я знаю, что а-а, блин. Где ты? Ты с меня ботинки снял. Красавчик. Че там? Броню вообще постоянно в аудитории. Реально, пропустишь броню, будет что попало, бро. Давай, друг. Хорошо. Броню не пропускай, ты понял, да? Да пофигу мне. Да нет, шучу, не пофигу. Обилку взял вообще не под босса. Вот реально лучше прогнать ночного не... Ты что ты будешь делать? Ты какой резкий, как понос, блин. И где вас так мутят? Так. Тише, не балаболим, да? Не балаболим. Соберись, тряпка, собери. Я так себя подбадриваю. И вот смотри, в чем фишка. Нафига это? Блин, да потому что. Мужчина, я здесь. Мужчина, я здесь. Все хорошо, не переживайте. Ой-ой-ой, началось. Ой, началось. Старс! Он орет какую-то нехорошую штуку. Он злится. А, идем к выходу, бро. Без Б вообще. Ты понял, что? Экран засветляют, и ты не видишь эту молнию. Ты понял, как сделано красиво? Да-да-да-да, я знаю, знаю ваши... Беда, беда, беда. Да, блиночки. Друг, к выходу, к выходу, к выходу, мужчина. К выходу. К выходу, к выходу. Да блин.
Иди сюда. Блин, блин, затаил дыхание человек. Я чувствую, как броня моя тает, короче. Да, вот это приветище вообще. Фу, уха, жесть, блин. Ну чё, как тебе? Ну это дикость, это очень дикий мужчина. Да, ты права, я дикий мужчина. Это про него. Это про этого мужчину. Сет, посмотри. Фантастика, да? Сета нету вообще, что на него смотреть? Ой-ой-ой, мне страшно. Я взял еще сет, конечно. Вот, если бы я действовал сразу с алебарды, мне не потребовался бы третий сет, да? Но я действовал не с алебарды, я действовал в эконом режиме. Какой тут нафиг эконом, бро, ты все видишь. Могу и, кстати, не пройти его. А почему? Да потому что, ёлы-палы, вообще жесть. Блин, как он меня бесит, как он меня бесит. Я его последний раз прошел вообще идеально, бро. Честно, не вру. Прям изишно. Да иду, блин. Обычно алебарда разнесет, ты понял? Броня! Чё за фигня? Чё-то я не понял. А чё? Чё с броней случилось? Я без брони вообще, короче, всё, приветище будет. Ёлы-палы! Если так дальше дело пойдёт, да? Откиснем. Это дикость. Ну давай, бей в него, блин. Он же сосет постоянно жизнь нашу. Да ты, что ты будешь делать? Два удара успели? Не знаю, не спрашивай меня. Не успеваю я два удара, короче. Чё, в глобал, что ли, вышел? Бомж, грёбаный гвоздь. Давай, друг. Все, броня стекла. Оу, заюзалась у меня последняя моя супер-пупер штука. Да ну нафиг ты меня бесишь, друг. Насколько он меня бесит, бро? Полностью вся броня слетела. Хила остается миллиметры. Сейчас важно что? Сейчас важно не обделаться, да? Вообще заходить вот в таком состоянии на него или нет? Слушай, давай попробуем, да? Где наша не пропадала? И когда заходишь, да, сразу выщелкивает красиво. Вообще все красиво делает. Блин, ладно, заходим. Ой, блин. А если два сета и все четко сделаешь, тогда будет все красиво. Серьезно. Да ну нафиг. Я не вытягиваю, ты видишь, что творится. Без брони вообще не вариант. Самая главная ошибка на Рогвалде. Я его не первый раз убиваю, ты можешь посмотреть в плейлисте. Реально, я помнил о ней. Я просто что-то надеялся, что меч в два удара все-таки выщелкнет бомжей. Самая главная ошибка. На нем нельзя долго что-то делать. Ты должен молниеносно быстро действовать и каждый раз, когда он появляется, всекать. Иначе он отпевает жизнь, и это продолжаться будет бесконечно. Вот в чем фишка его, этого негодяя. Я взял все, что только было у меня. Фу, блин, все взял, что только было. Это жесть.
реально. Даже вот так я юзаю, пофигу. Заходим. Если он фул хп отличил, это приветище. Тогда уходим. Да вы чё, офигели что ли? Он с полной? Нет, он не с полной. Так, шлем у меня уже ушел. Да, с ним нужны хилки. Хилки с ним нужны красивые, бро. Не периодическое лечение надо. Ах, ты же негодяй, а. Бомжи. Да ладно, друг. Какая грязь. Какая грязь. Это про... Я уверен был в своей победе. Теперь я... Воу, 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 воу. Теперь я не уверен. Мне не хватает просто хила. Вот просто тупо лечения мне не хватит. Какая грязь, а? Карманы наши опустили. Сказать мне больше нечего. Реально, я... И вот сейчас, когда я захожу, ты видел, как начинается бой? Я могу откиснуть, потому что у меня нету банального лечения вот такого. Либо бинты, бро, либо горькие настойки. Реально, не ходи сюда без них. Посмотри мой прошлый поединок с ним. Совсем другой расклад. Серьезно, я нормально с ним бился. Я только что заюзал. Совсем по-другому, блин, идет расклад, если все делать грамотно, блин. И это, конечно, это жесть. Я бы героический режим прошел подземелье и не один раз. Так, ладно. Так, для предосторожности. Ну как бы, блин, это дикость вообще, дикость. Не пугайся. Я помню, когда только вышло это обновление, я как показал, да, как напугал. И все, да ну нафиг, это вообще ненормально. Нет, этот босс, он нормальный и адекватный, если ты придешь в правильной сборке. Гребаный ключ. Молнии продолжают бомбить. Они тебя могут нагнуть даже вот, короче, в момент, да, сражения. Отдайте мой грёбаный лук. Это самый дорогой босс в истории моего выживания. Важно другое, бро. Победа есть победа. Ёлки-палки, ну это жесть. Я даже не хочу. Они выпили нас, как бокал вина. Грязь, блин. Блин, грязь. Посмотри мое прошлое прохождение с Рогвалдом. Я красиво, вообще спокойно, ровно его бомбанул. Серьезно. Блин, у меня даже двух сетов не ушло. Полтора сета я потратил. Вот видишь, негодяйская молния какая. Полтора сета примерно. Ну, пускай два, да? Сейчас вот. Это у нас четвертый сет, да? Четвертый, блин, три сета скушал. Хытыщ. Если ты думал, что здесь что-то вообще там, что-то... ничего себе, какая награда должна быть. Нет, я повторюсь, бро. Я слегонца обшибался, да? В самом начале был тест, надеюсь, ты оценишь. Я тестировал меч, шикарный меч, но ты видел, чуть-чуть не хватает. Сейчас я выйду в глобал, потому что здесь могут нагнуть. И покажу тебе, да? Ну и все. Каждый раз, когда он появляется, тебе надо, соответственно, удар, да, делать. Конец боя был, завершение боя было адекватно. До этого все, что происходило, полный хлам. Реально. Редкие книги.
не дает, эта молния, она неугомонимая, вообще дикость, блин. Эта книга, это вообще, это фантастика, это понятно. Хытыщ. Противник капкане получают на 2% больше урона. Траппер и энергичный, выбиваются только с Рогвалда. А это изгоняющий тьму. Ну, как бы, что, прикольно, пускай будет изгоняющий тьму. Заряжается быстрее с каждым уровнем. То есть я вообще прям изгонятель гребаной тьмы. Да? Это? Это вы что, издеваетесь, что ли? Ну, конечно, затраты мои намного круче сейчас оказались. Вторая записка капитана Железных Волков. Еще на подступах к цитадели, укрытой огромной тенью от скалы, появилось плохое предчувствие. Но то, что мы увидели, ордена траурных жнецов больше нет. Замок населен призраками павших рыцарей. Мы с трудом смогли поразить нескольких, но они буквально вытягивали жизнь из нас, и отряду пришлось отступить. Зато мы нашли убежище адептов зловещего короля. Они осознали всю серьезность наших намерений, и то, что мы узнали, повергло нас в трепет. Блин, как же он меня бесит, этот гребаный Рогвалд. Вот такой первый поединок у меня был по затратам. Второй поединок уже адекватный, да, я уже подготовился, уже знал, что, в общем, алебарда плюс 3, две штучки берешь, красиво, быстро сделаешь. Вот. А пока к нему идешь, обычная алебарда, с двух ударов она выщелкивает этих бомжей. А теперь показываю по скиллам, где был косяк. Вот косяк. Мастерство боя Клэрма всего первый левел. Если у тебя будет мастерство там 5-6, да, ты будешь с двух ударов выщелкивать жнецов, как нефиг делать. Все, тогда можно уже с клеймерами проходить Рогвалда. У тебя будет щит, у тебя будет дополнительная защита от молний в 0 дамага. Ты видел, да, самые эти нулевые дамаги? Да вообще классно будет, классно. Но пока нету этого клеймера гребаного, да, с хорошим дамагом. Пользуемся алебардами. С вами был Харди. Если понравился ролик, присоединяйся, подписывайся на канал. Видосы выходят каждый день. Блин, очки, вообще, я просто просадился на героический режим подземелья. Вот по броне реально. 3 этажа можно было зачистить. Вот это был бы плюс моему персонажу. Ну и лук собрать у него, лук. Пока-пока.